самое. Да, спасибо. Сейчас разогреемся, я думаю, походу. Мы без распева, как вообще. Следующая песня будет по мотивам, я не знаю, просто споем. Прошепчите, тихо.
Денчик заслушивается свою гитару и превращается во что-то нереальное. Я не могу описать это слово. Это джем. Вы все видите сами, да, это Джеки Джем. Мне нравится, как сидит у вас этот человек с бас-гитарой. Тоже хочется так сесть. Нет, да, поменяйте. Не мучайтесь. Ладно, давайте, следующая песня. Мы давно не пели. Я не знаю. В общем, осенело, да. А, кстати, вот эта песня, она была про Луну. Да,
ничего не подумали. Да. Мы так и поняли. Все поняли. Ну окей, тогда следующая песня. Мы ее вот только что вот сейчас пришла в голову. Песня про маму, не именно про мою, вообще про маму. Пусть мама услышит. Да, и я вот сейчас попробую спеть, я просто не помню, как она вообще играется. Сыграли просто?
просто в ладоши похлопать. Акапельно. Акапельно в ладоши похлопать. Сейчас я вспомню, как мне вообще играется. А, да-да-да, что-то есть. Thank you.
Вот. Вообще давно, уже, наверное, полгода я ее не пел, поэтому слова я ее вспомнил. Спасибо. У нас много еще песен, поэтому вы не переживайте. Все будет. И шлягеры народные споем. Шансон. Все у нас. Ну, давай. Немножко шансона. Потом заказ вот этого столика. Есть отличный проверенный способ.
курсе? Это телефонные гудки. Танцы? Конечно, танцы и расслабаться. Это телефонные гудки, это ритм. Лай собаки, мой машин, это ритм. Thank you.
ничего. Мы уже такие затихли. Каждый квадрат — это фигура, но не каждая фигура — это квадрат. Да. Знаю. Большой корабль, большое плавание, если что. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Не вынешь. Не вынешь. Ну ладно, раз уж пошла тема пословиц, давайте, ну, попоем. Африканскую мудрость, да. Давай. Будет очень в тему. Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Николай, у меня сегодня день рождения. Так получилось, что я 20 лет юбилей. Или 20, не важно. Так получилось, что я 30. Два раза по 20. Да ладно. В жизни раз бывает 20 лет. 31 декабря я перебрался сюда. Практически не знаю никого. Вот сидят мои подруги из Калининграда, которые мне очень помогли. Вот, искал родственные души, пришел сюда, я их нашел вроде как. И хочу вам что-нибудь тихонечко. Thank you.
прозвучал кавер на песню Сергея Курьянова. Тихий вечер, да. И раз уж мы заговорили о Сереге, 12 дня этого месяца, то есть субботу, как мне подсказывают, то есть даже в эту субботу уточняют с соседнего столика. Серега Курьянов играет здесь. Спасибо. Круто. Кто-то умеет на гитаре играть вообще. Не то, что некоторые. Меня спросили, что у тебя с гитарой? Она болеет. Ну да, заболела. Паяльника нет ни у кого случайно. Только утюг. Утюг. Не, утюг не поможет. Не, не поможет. Нет, точно не поможет. Точно не поможет. Да, да, играем, короче, время там, да? Ладно, понесло. Thank you.
снимками белого неба. Тайга, тайга, как спина уссурийского тигра, взорами вышита, эй, снежинками белого неба. Звучало.
остановилась, не являлась под кайфом, не стучала в стекло. Thank you.
песня, поэтому убегай. Всегда все ништяк. Вот так вот, да. Любит эту песню.
группа, это народная песня. Споем северный ветер. Если пальцы собирать. Thank you.
сегодня среда, регги джем. Немного драм-н-баса. Thank you.
Спасибо. С вами был Евгений, Валентин, Андрей, и меня зовут Этик. Спасибо.